О, всем привет! А я тут как раз снимать собралась. В одном из предыдущих видео, которое вы можете посмотреть вот здесь, мы готовили тофу и обещали показать вам, насколько это универсальный продукт и какие разные блюда вы можете из него приготовить. И сегодня мы выполняем это обещание и будем готовить три суперпростых, полезных и вкусных блюда. А помогать нам в этом будут блендер Dream Modern и аэрофритюрница Ramit Modern. Интересно? Погнали! Начнем с сырников. Закидываем в блендер бананы, тофу, добавляем немного муки и ванильного сахара. Смешиваем все на высокой скорости. Получается вот такая густая масса. Формируем из нее сами сырники. Масса довольно липкая, поэтому я рекомендую перед этим смочить перчатки или руки. Затем слегка обваливаем сырники в муке. Вот и отлично, все получилось. Выкладываем сырники на пергамент и отправляем в аэрофритюрницу на 15 минут при температуре 150 градусов. Воу-воу, полегче, ребята! Это вас после праздников так раздуло? Сырники отлично пропеклись. При этом мы не добавили ни капли масла. Рекомендовано есть со сметаной. Затем приступаем к основному блюду. Нарезаем тофу кубиками. Также нарезаем болгарский перец, лук и чеснок. Выкладываем всю эту красоту на противень, застелив его фольгой. Посыпаем специями, поливаем маслом и соевым соусом. Отправляем запекаться на 10 минут при температуре 150 градусов. Готово! Такое блюдо можно подавать как горячим, так и в виде холодной закуски. Ну а теперь десерт. Для него снова возьмем что? Правильно, тофу. Добавляем соевое молоко, цедру лимона и мед. Смешиваем все в однородную массу. На дно креманки выкладываем джем или варенье, а сверху наш крем. Посыпаем дробленым миндалем. Теперь и третье блюдо готово, можно все сервировать. Вкусно, полезно, просто. Вот это я понимаю. Я надеюсь, мы вас убедили, что, взяв за основу один простой продукт, можно приготовить разные вкусные, питательные блюда. А если убедили, ставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем пока! До свидания!